Я хотел так ненавязчиво начать вспоминать, что у меня происходило вчера и позавчера, что я забыл рассказать или не успел. Но придется, наверное, рассказать, что это у меня за красота. Это сегодня мне... Я бы до этого не додумался. У меня какой-то, видимо, хронический насморк или что-то такое небольшое все время. И мне предложили наклеить пластырь на какое-то место, это что, скула называется, я не знаю. Вот, и я, как эксперимент, в общем, он написано, что от аллергии или что-то такое, или клей от аллергии, или вообще для чего он, я, честно говоря, не знаю. Чтобы он мне помогал, ничего не могу сказать. Ну, может быть, даже чуть-чуть, как это... В общем, почему-то... А его, кстати, можно было бы и не заметить. Ладно, я не знаю. Зуб немножко побаливает. Точнее, отсутствие зуба немножко побаливает. А то, что я забыл рассказать, это как я его вырывал. Вырывал я его в Петрозаводске, и не сам. А мне его вырывали в стоматологии, которая достаточно чистая. И мне там даже не предложили платного обезболивающего. Именно там. Вот. А еще когда мне его вырывали, я подумал, что мне вырвали даже какой-то не тот зуб, потому что это было без прицеливания какого-то, и был какой-то такой треск, и разлетались везде зубы. Я подумал, что мне, во-первых, многовато зубов вырвали, а во-вторых, возможно, что и не те какие-то. Ну, в общем, я надеюсь, что все-таки это был тот. А вчера я забыл рассказать необычные мысли, пока ехал. Во-первых, я забыл рассказать, что были пробки, я от этого отвык. И еще я начал думать, почему вот есть город, который хорошо смотрится в фильмах, а есть какой-то красивый город, который как-то не так смотрится в фильмах. Как-то вот он не так как-то смотрится в фильмах. Я смотрел на Питер, и мне казалось, что он смотрится как-то не так в фильмах. И я думал, почему же, почему, почему да почему. А потом понял, что там все здания, кроме, по-моему, это называется Адмиралтейство. Но главное, вот этого вот Эрмитажа и Кунсткамеры, они все в пыли, в вековой. А те, которые не в пыли, вот у нас тут во дворе колодца, стена такая вот, как это сказать, в таких неровностях, что кажется, что она тоже в пыли, хотя ее недавно покрасили. Возможно, что по городу тоже. Эти дома просто, у них вот такая поверхность, что кажется, что они какие-то все не очень чистые. Ну вот, это у меня вчера были такие мысли. Сегодня у меня мыслей не было. Я единственное, что не понял, правильно я сделал, что так приехал или нет. Но было написано, что за 15 дней до операции, за 20. Вообще-то за 20, как бы. Начинать по больницам, надо ходить по поликлиникам. А я приехал чуть ли не меньше, чем за 15. Но сегодня, например, я никуда не пошел. Ну, я спал как-то. Спал, спал, а потом как ночью начал смотреть. То фильм посмотрел, как он назывался там. Как назывался тот фильм? Ханна. Совершенное оружие. Или что-то такое. Ну, вот я обычно пытаюсь хвалить немецкие фильмы. Как это, как... Не знаю, униженных и оскорбленных. Нет, я так не думаю. Просто, ну, мне часто они нравятся. Я думал, что у меня есть вот что-то такое, не знаю, соответствующее этому или... Не знаю. В общем, какое-то предрасположение. Предрасположенность какая-то вот к немецким фильмам. Но этот мне просто не очень понравился. Мне не хватило сюжетной линии. Просто ее... Она была слишком простая и слишком... Мало нюансы были, но мне их не хватило после этих всяких блокбастеров.
А вот чего мне действительно хватило, так это канала «Моя планета». Вот сейчас я ее смотрел, смотрел и никак не мог прекратить, потому что передачи были такие интересные, что когда вот сейчас закончилось, я уже просто решил себя заставить выключить эту передачу, потому что очень было интересно. А что буду делать с обследованиями? Буду этим заниматься.